продюсер Дженнифер Хиббард, а режиссер Энди Найт. Свин-Сити. Марта устраивается на работу. В этом топе хоть сейчас супермаркет. Эй, Марта, а тебя? Я же просила не беспокоить! Не видишь, я из магазина! Ну, все скупила? Да, кстати говоря, звонят по поводу кредитной карты. А, чудесно. Наверное, с благодарностью за огромное количество покупок. Ну да, от них дождешься. Алло? Перерасход? Понятия об этом не имела. Я похудела на целых 400 граммов и вот решила отметить это дело. Нет, я мигом все улажу. Сколько я должна? Ого! Так много! Что, влипла? Небольшая нестыковочка. Поговорю с мамой и папой, они все уладят. Не думаю, что это так легко, мой пупсик. Хотя 400 граммов, конечно, прекрасно. Ты, верно, совсем уж суп набор. Но шарить деньгами все же не стоит. Сказать по правде, нас тревожит твоя склонность к транжирству. Мы видели счет. Марта тратит больше, чем Реджи и Майк вместе взятые. В десятки раз. Что? Никакая я не транжира. Просто умна не по годам, не то что некоторые. Взгляните на мой показатель. В том-то и дело, пампушечка. Некоторые. Знаете, я вот что скажу, тетя, дядя, я вырос в деревне, где всякий знает цену деньгам, потому что должен их заработать. Работа, это, конечно, прекрасно для такой деревенщины. Я-то другая. Папа, мама, я ведь права. Нет, Майки прав. Не-не-не! И мы не поможем собственному ребенку? Порой бездействие – лучшая помощь. Иначе не понять, что деньги падают не с неба. Ну, что вы хотите? Я лишь наивная свинка в огромном бездушном мире. Тефтелька моя, пора и тебе узнать цену деньгам. Майки, только попробуй, я тебе такой бойкот устрою! Абсолютно с вами согласен, тетушка. Марта бьет копытом. Детка, пора устраиваться на работу. Вуаля! Реджи, пожалуйста, будь любезен, покажи нашему гостю, где выход. Бойкотируешь, значит? Ты бы лучше приберегла свои капризы для собеседований. Вот с чипсами или как? Ну, это ты зря. Марта у нас не такая. Обходительна, трудолюбива, мила. Может, ей разрешат жарить чипсы? Или вынимать. Или даже солить. Да, хорошо, договорились, пока. Но повеселились и будет, мне рано вставать. Что? Завтра начинаю работать в Ниф-Ниф. Самый солидный парфюмерный отдел торгового центра. Думаете, зря я столько лет заводила полезные связи в торговых кругах? А? Что тебе поручили? Уборку? Вынос мусора? Моя должность — ведущий специалист-маркетолог отдела сбыта и промоушена. Пока. Врет и глазом не моргнет. Ничего, разберемся.
Превосходно! Фантастика! Это не магазин, а храм фэн-шуй! У меня было всего 3 часа, так что я расставила товар строго в алфавитном порядке, исходя из названия страны-изготовителя. Вот так. Простите, мне бы хотелось приобрести весеннюю свежесть. Ну, милочка, вы в зеркало-то давно гляделись. Мы парфюмеры, а не волшебники. Вы грубые, заносчивые и откровенно чванливы. От вас так и веет снобизмом. А для нашей компании это лучшая характеристика. Потрясающе! Впервые могу позволить себе такую роскошь пораньше уйти на обед. Справитесь? Ваш ниф-ниф в надежных копытцах. А я думал, он никогда не уйдет. Вот это да, Марта. Полагаю, надо извиниться. Уходите! Кыш, убирайтесь! Мистер Швайн вот-вот вернется! Класс! Подберем аромат! Ай! Глаза! Ой! Ой! А! Ой! А! Бегемоты! Вас к деликатным вещам нельзя допускать! Прости, Марта. Давай мы поможем прибрать. Ладно, помогите расставить все по местам и убирайтесь! Оу, вас ждут поездки! Париж, Рим, Милан, Йемен! Будете на короткой ноге со звездами? Красный флакон в синем ряду? Они должны стоять раздельно! Раздельно! Никакого абстракционизма! Нет! Все кончено! Кончено! Вот что значит дилетант! Вы уволены! Подите вон! Прочь с моих глаз, Марта! Осквернитель парфюма! Да, непруха. Была работа, чтобы рассчитаться с долгами, и не стало. Жаль. Слушай, надо же что-то сделать. Например? Самим оплатить ее долги? Нет. Да нет же. Надо, чтобы Марту взяли обратно. По-твоему, хэви-метал поможет Марте реабилитироваться? Нам нужен план. Круть! Спокуха, хэви-метал содержит ответы на все вопросы. Надо лишь знать, что искать. Ого, Свин Флойд, круто! Узнать бы, что нужно парфюмерному магазину. Тогда Марта на работе. Ну да, нам просто необходимо это выяснить. А? Что? Постой-ка. Магазину духов нужны... Духи! Нам нужен мой друг Пятачок. Да какой еще Пятачок? Духи! Нет, Пятак – изготовитель духов. Кто с самым большим шнобелем? И Брайан! Хи! Согласно моей теории, данная ароматическая композиция с точки зрения мужчин чудовищно притягательна. Эффект ее настолько очевиден... Все это здорово, но нам пора! Спасибо! Это лишь теория! Да уж... Отгадай, кто! Дай подумать, уж не те ли оболтусы, что портят мне жизнь. И точно. Валите отсюда, дайте поесть. Брось, Марта, не падай духом. А никто и не падал, ясно? Пустите!
Что вы здесь делаете? Я вызову охрану! Сначала принюхайтесь хорошенько. Прошу. Что там? Шипучка или одеколон, которым вы все смердите? Приятель, чудо-парфюм, каких еще свет не нюхал! После этой дряни меня уж точно никто не возьмет обратно. Не верю. Впрочем, заинтригован. Позвольте нюхнуть ваш чудо-парфюм. Эй, пахнет точь-в-точь, как чипсы. И сметана. И что-то еще. Что-то тонкое, неуловимое. Знаю, спортивная раздевалка. Я беру! Кто создатель? Я должен видеть тот нос! Тот нос стоит перед вами. Говорите, назовите мне любую цену! Хочу, чтобы Марту взяли обратно. Пусть приступает к работе! Ой, как чешется и жжет, жжет! Сделки нет! Все вон! И его не забудьте! Полегче! Я весь такой чувствительный! Вместо грязных патл роскошная шевелюра. Странно. Думаешь, Марта все еще злится? Еще бы! Вытащить из-за стола! Действительно. Реджи, гляди. Сейчас не до киношек. И потом в этих фильмах одно насилие. Ой, что я несу? Слышь, исполнители главных ролей Джо Свински и Роберт Де Хрюна сегодня в торговом центре раздают автографы. Вот если бы они заглянули в Ниф-Ниф и спросили про Марту, мистер Сноб взял бы ее обратно. Реджи! Безумное количество калорий отложится на бедрах, но ведь хочется... Проклятущий парфюм! Что сказал? Нет надежды, что Джо Свински и Роберт Де Хрюна попросят за Марту. Ну, так. Джентльмены, очень рад вас видеть. Итак... Вы это мне? Вы это мне? Других клиентов я не наблюдаю, значит, все-таки мне. Здесь работает Марта Деборов. Это правда или так? А то мы прикупили бы ту туалетную воду. Марта Деборов здесь уж точно не работает. То есть мой друг брехун? Он сказал, что слышал. Между прочим, я тоже слышал. Я сейчас ей позвоню. Позову, и она будет. Марта Деборов? Будьте любезны, вы не могли бы... Алло? Алло? Добро пожаловать в Ниф-Ниф. Вы это мне? Отпад! Это же Роберт Де Хрюно! Слышишь, мы не выполнили поставленной задачи. Мне кажется, что Марту ждет небывалый карьерный рост теперь. А я вас тут, голубчики, жду. Да? Как это мило. Слышь, ты от чего? Молчать и не хрюкать! Меня уволили, отлучили от любимых магазинов, посадили на сплошные салаты. И все это из-за вас! Ты будешь работать?
Честно, твое будущее в этой сумке. Хватит хрюкать! Если вы, обормоты, не добьетесь, чтобы меня взяли обратно, салат и придется есть вам. А до тех пор, прохиндеи, вы в моем черном списке! Черном-причерном списке! Ясно! Я в стольких списках, что и представить страшно. Таких байскаутов, как Марта, с огнем не сыщешь. Как тебе? А что? Мне нравится? Нормально. Слушай, у меня уже ум за разум заходит. Я не представляю, что еще написать в плане хвалебных отзывов о Марте. За всю ночь нацарапали 6 штук. Много осталось? Ну, 1000-1500. Ускорим-ка темп. Я что, все должен делать сам? Слышь, друг, временами ты меня просто пугаешь. Да, кожа гладкая, как шелк. И, Брайан, что ты намешал в духи? У Реджи ноги облысели, но главное, ему это нравится. Скажи, я толстоват? Да, видимо, я переборщил с экстрагеном и получил генерирующий спрей. Какой здесь всегда беспорядок? Тащи противоядие. На пол мы бросим подушки, а свечи... Скорей! Что-то Швайн не торопится, а? Реджи... Нет, правда, ты что? Неужели и так непонятно? Я мысли не читаю. Ну? Что ну? Ты не заметил моей новой футболки? Ой. Скорей, идет. Эй. Надо засунуть отзывы в ящик. Осенний листопад. Попробую. Ой, глаз опять. Ой, Марта! 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 Всюду одно только имя! Клянусь вам, Марта Деборов здесь работать никогда не будет! Хотя ей обслужить клиента как жвачку пожевать! Что вам стоит? Ну? Нет! Ни за что! Нет! Так, Реджи... Давай тяжелую артиллерию. Бумс! Это что за демонстрация? Прочь! Вон! Не уйдем. Вы что ли директор, чтобы наводить тут порядки, а? Да! Вообще-то мы можем тут вовсю грянуть песню протеста. Собирайся, народ, сердце выслушай крик, нашу песнь заунывную про коварный бутик. Так, Реджи, Реджи, давай, так, так, и... Реджи, так, Реджи, так, Реджи, вот так, давай. Невозможно больше игнорировать гневную толпу у своих дверей.
Я признаю, теперь моя песенка спета. Так значит, мир? Мистер Швайн согласен принять Марту обратно! Какую Марту? Так и есть! Буду счастлив видеть вас за своим прилавком! Марта! Нужен мне ваш вонючий прилавок! Вот так! Получили! За что? За что вы меня терзаете, свиньи? Вы так долго ломали свои бестолковые головы, как мне помочь, что все покупки мои конфисковали. Сестренка, это ужасно! Что? Ну, наконец. Прости, отнимал его у баклажана. Настоящая буря эмоций! Это ж строчка для песни! Марта, и что теперь? Папа наконец-то взялся за ум и уладил проблемы с кредиторами. Они стали такими шелковыми, что даже выдали мне новую карту. Так что сейчас настала пора пустить ее в дело. Слушай, как это понимать? А так, что просто все наши с тобой усилия пошли коту под хвост. Почему? Не знаю, Реджи, я не знаю.